Всем привет! По ту сторону экрана я сегодня для вас решила записать домашний вложик. Это будет вечерний вложик, и именно в субботу вечером мне захотелось навести порядок в своей квартире. Я сегодня одна, Саша уехала на корпоратив, посвященный Дню торговли. У них там развлекаловка, а я сегодня буду одна снимать с вами видео, буду убирать. Может быть, что-нибудь приготовлю, может нет. Покажу вам, что я сегодня купила в магазине. Вот, и кто-то просил влоги, я выполняю. Соседи делают ремонт, как всегда. Ну, это, мне кажется, проблема всех блогеров, соседи с ремонтом. Я, если честно, очень устала, потому что сегодня мы с мамой, конечно, дали хороший круг по городу в поисках. Потом расскажу, чего. И вот сейчас на вечер, когда жара уже начинает спадать, я наконец-то проснулась, немножко перекусила и хочу сейчас начать мини-уборку. Если вы видите, мне сзади просто жутчайший вообще беспорядок, с этой стороны тоже. В общем, надо все покласть по местам, закинуть стирку. В общем, будем убирать и развлекаться. Немножко я прибралась, включила вентилятор, потому что очень жарко. Вот он работает, мой хороший. И покажу вам, что я покупала в АТБ. И давно я уже купила себе вот такую вот раскраску. У нас продавалась она в АТБ. Я ее, конечно, уже и вдоль, и поперек уже пыталась рисовать. Как видите, тут уже и странички даже вырывала. И хотела это все повесить в рамочку какую-нибудь красивую. И так, конечно, не свершилось. Вот. Очень симпатичные разрисовочки. И недавно зашли в АТБ и увидели там новую разрисовку. И, конечно же, я не смогла пройти мимо, потому что стоит это все очень мало. И там, опять же, есть звери, есть цветы, предметы, еще какие-то загогулины. И вот я решила взять такую, она стоила 22 гривны, она плотнее, чем предыдущая. У нее есть такая вот картонная вставка, она плотная, то есть очень классно будет рисовать, она идет в виде альбома. Я взяла зверушки, не знаю почему, вот приглянулись они мне из просто моря всего. Мне нравится, что один рисунок идет на один лист, то есть удобно будет, не нужно будет сверху разрисовывать, я этого так не люблю. Боже, тут и совушки, и кролики, всякие зверушки, хамелеон, я не знаю, тут просто масса всего. Я такую штуку люблю, блин, просто балдею. И сегодня мы с мамой ходили выбирать к этой разрисовке ручки. Ручек много, но я уже пробовала гелевые, они быстро заканчиваются. И решила взять вот такие вот, они полумасляные, здесь 10 цветов. Они похожи больше на простые ручки. Стоили всего лишь там 34 гривны за 10 штук. Я думаю, что они хорошо пойдут к этой разрисовке. И буду я успокаивать свои нервишки. Вот так вот. Так, вот такая я страшненькая после уборки стала. Уже все мокрое, честное слово, жарко. И я пришла на кухню. Сейчас нужно помыть посуду, убрать. Здесь у меня полный бардак, куча белья, которое нужно стирать. И у меня есть такой пунктик. Я когда убираю, я люблю включать телевизор, какую-то там программу или музыкальную программу. И просто она мне там рассказывает что-то, я себе по дому хожу, убираюсь. Я вот так привыкла, и мне так нравится. Скажите, у вас есть такая вот фишечка или нет? И сейчас я вам еще, когда все уберу, покажу, что я купила из еды сегодня, когда мы ходили с мамой, и для дома, какие мини-покупки мы совершили. Так, стирку загрузила. Вот, конечно, еще кусок стирки. Посуду помыла, прибрала везде. И сейчас покажу вам, что мы сегодня купили сначала из Хими. Ну, первое и самое необходимое в доме — это туалетная бумага марки АТБ. Просто хотела попробовать, какая она будет. Она вроде плотная и хорошо набита, поэтому будем тестировать. Следующее — это вот такой скребок для посуды.
Очень нужная вещь в доме. Все буквально оттирает. Я беру вот такой за 5,50. Обычно в химичном магазине, где продается химия. Хотела сказать, в химичном магазине. Далее перчатки. Перчатки вот такие желтые я люблю брать. Мне они очень нравятся. Взяла, по-моему, Эльку. Да, вот 10 гривен стоит. Очень долго хватает. Тоже классные. Далее. Решила попробовать... Вот такие бритвочки здесь в упаковке, 5 штук, по-моему, они стоят 25 гривен. Потому что я поняла, что одним лезвием все нельзя брить, как оказалось. Тоже буду пробовать. И вот в последнее время стала брать вот такие пакеты для мусора на 60 литров, потому что обычного стандартного пакета почему-то не хватает. И он очень сильно рвется, этот очень плотный и хороший. Так, стиральная машина начала сливать, поэтому быстренько сейчас покажу. Последнее, это салфетки для уборки. Они вот такие вот квадратные, плоские, влаговпитывающие. Они очень классно собирают пыль и быстро сохнут. Покажу, что мы купили с еды. Первое, это вот такую вот колбаску копченую. Очень любим делать бутербродики. И любим вот такой вот хлеб для тостов. Он такой треугольный, очень нравится, он очень мягенький, очень быстро съедаем, стоит, в общем, недорого. В АТБ такие продаются, девочки, запомните. Дальше у одной из девчонок блогерша смотрела вот такую вкусняшку, Toffee Joy, и решила попробовать, взяла две, Саше и себе. Надеюсь, это будет вкусная штучка, она очень дешевая, и я люблю всякие такие сладости. Еще захотелось каких-то фруктовых конфет, и я взяла вот такие рошеновские, бим-бом. Они кругленькие и, по-моему, с начинкой. Очень классные, такие вот и кисленькие, и кисло-сладкие, и недорогие, очень нравятся мне. В АТБ появился новый чай у нас, вот такой Tea Post, по-моему, называется. Марки Delivery Tea, я так понимаю, видела такой вот конверт с марками. Чай с бергамотом, очень такой вот легенький, ненавязчивый вкус, запах и вкус бергамота. Стоит это все дело 15 гривен. Взяла сразу две, потому что чай уходит быстро. Очень тоже нравится. Пока что будем брать новый чай, всегда вкусный. Далее вот мы взяли вот такие вот 4 йогурта. Как-то вот захотелось. Раньше, честно, я здесь вообще их ненавидела, мне не нравились. Сейчас просто... балдею от них, с вишенькой, вкусненькие, буду кушать. И из сладостей вот такой рулетик мне приглянулся. У него вот здесь вот такой вот, знаете, крем со сгущенки, что ли, и бисквит шоколадный. Он очень мягкий, нежный, вкусный. Я вот сама могу съесть за раз один этот рулетик. Очень классно, решила второй раз взять, потому что очень нравится. Следующее, это, конечно же, как же без них, это семечки. Вкусняшки от Сашки любим, очень четкая эта акция, можно выбрать. Очень нравится, берем сразу большую упаковку, у нас уходит моментально. Так, потом чипсики вот такие еще взяла, АТБшная своя линия, это мне просто с солью, я помню, брала, очень нравились. И Саша себе это еще вчера брал, вот такие АТБшные чипсы, они длинные. Тоже неплохие, тоже очень нравятся. И еще взяли на рынке персики. Очень пахнут, я уже два слопала. Вот, сейчас фрукты надо кушать, лето, и персики в самом разгаре. Наконец-то я присела, если честно, устала очень-очень сильно. Когда на улице жарко, то уборка производится, наверное, раз в 5 тяжелее, чем обычно, хоть квартира небольшая, но все равно вот это духота какая-то, не знаю, просто убивает. У меня до сих пор работает вентилятор в комнате, сейчас я, наверное, его не буду выключать. У нас сегодня по прогнозу обещали дождь, но, как всегда, никакого дождя не было, сплошное жарище. Я очень хочу кушать, просто жутко хочу есть, сейчас буду кушать разогрела, потом буду расслабляться. Сегодня у нас такой день, Саша расслабительный и отдыхательный друг от дружки. Он на корпоративе, я дома. У нас была, конечно, сложная неделя, особенно у него. Поэтому я с чистой душой и совестью его отправила, точнее, уже отдыхать. Пускай развлекется, развеется. И я себе тоже устрою такой маленький вечер для расслабления, что ли.
И, может быть, домонтирую наконец-то видео о чокерах, которые вон там уже стоят готовые. Но я никак не могу сделать видео, потому что у меня что-то программка подлагивает. И что-нибудь посмотрю. Не знаю, что. Может, какой-нибудь фильм или сериал. Как-то сейчас сложновато в этом плане. Ничего как-то не нравится, не хочется искать. Вот. И потом, когда покушаю, я вам покажу, какой подарок мы купили Сашиной Куми на день рождения. И день рождения был неделю назад, и мы до сих пор не можем дойти подарить подарок, потому что планы как-то играют против нас. Так, на заднем фоне у меня работает и вентилятор, и новости, поэтому не обращайте внимания. Так, первое, что я покажу, что мы собираемся дарить, это пену, соль, пену для ванны. Вот такая она большая, красивая, я уж такую пробовала, мне нравится. И вообще мы захотели подарить уходовую косметику, потому что это все там в теме. Вот, далее это дезодорант Dove, распылитель, мне тоже он очень нравится, это цитрусовый, на лето именно то, что нужно. Следующее, это маселка для волос. Это у нас L'Oreal LSF. Вот такое масло несмываемое. Очень большой литраж. Я думаю, хватит ей надолго его. Следующее, это скраб для тела сахарный. Вот такой вот Fresh Juice. Я еще такое не пробовала, но в планах попробовать. Я думаю, ей тоже пригодится. И гость, не гость, а как сказать, гвоздь программы, это масочка от Kalos. Вот такая вот по названиям. Это первая маска с этой серии. Очень-очень я ее люблю. Себе такую же буду покупать. Обязательно, думаю, ей понравится, потому что она тоже таким увлекается. И еще к этому всему подарочку мы это все покупаем в красивый пакетик. И в холодильнике стоит коробочка конфет красивая. Показывать не буду, потому что в холодильнике все забито, заставлено. Просто, чтобы не растаяло, мы поставим в холодильник. Вот такой подарочек. Если честно, если бы мне такой подарок подарили, я была бы очень рада, потому что все нужное. И что, сейчас буду отдыхать. Ну что, буду я расслабляться. Вот мои чипсы целая, вот такая вот миска. И вот такой яблочный сидр. Мне очень-очень-очень нравится. Он очень вкусный. Это самый вкусный для меня сидр, который сейчас у нас вообще в городе продается. Иногда себе разрешаю расслабиться. Вкусненький вот таким. И спасибо, что вы смотрели мой вложек до конца. Он был небольшим, но я надеюсь информативным. И смотрите следующее мое видео обязательно. Жду ваших комментариев. И скажите, как вы любите расслабляться в конце рабочей недели. Всем спасибо. Пока.